Сегодня мы решили приготовить овсяное печенье. Для этого нам понадобится овсяные хлопья 150 грамм, мука 110 грамм, одно куриное яйцо, масло 120 грамм, сахар 2 столовые ложки, чайная ложка разрыхлителя теста и ванильный сахар 5 грамм. По вкусу мы добавим шоколад, предварительно замоченный изюм. Для начала хорошенько перемешаем масло комнатной температуры, яйцо и сахар. Я буду делать это венчиком. Теперь сюда мы отправляем нашу муку, чайную ложку разрыхлителя теста, ванильный сахар. Теперь сюда мы добавляем наши овсяные хлопья. И снова все хорошенько перемешиваем. Разделю тесто на две части. В одну добавлю немножко изюма, в другую добавлю шоколад. Вот что у нас получилось в итоге. Сюда я добавила шоколад, сюда я добавила изюм. Сейчас будем формировать шарики и выкладывать сюда на бумагу. Теперь их нужно приплюснуть, чтобы они получились плоскими. Отправляем в духовку при 180 градусах на 10 минут. Овсяное печенье готово.